Ну, вы знаете, это мощь, конечно. Актриса театра Ирина Токарева рассказывает о кукле-великане, которым управляют сразу 8 актеров. От камер до премьеры его прячут. Даже 2-метровые ледяные глыбы из полиэтилена ниже этого гиганта. На артистах каски, чтобы не ударить голову. В спектакле кукла из папье-маше с новым механизмом. Таких в коллекции театра еще не было. Он заведен в голову и туловище куклы. С помощью тяг голова и бедра плавно покачиваются и создают иллюзию шагов. Работают здесь 2 пальца и будто что-то переключают. Сам режиссер сперва считал идею спектакля утопией. На сегодняшний день постановкой спектакля на базе этой глупой идеи занимаются уже человек 50, наверное. Задействованы. Представляете, да. Это масштаб вообще. Вот, это вирус. Спектакль будет зрелищным и очень красивым, говорит художник. Кроме непривычно монументальной куклы, зрители увидят северное сияние, милые декорации и много-много чего еще. Премьеру «Великана» можно посмотреть 22 декабря.